дорогой друг, добро пожаловать на мой канал. Я Лизун Кобзон, а мы продолжаем играть в Dying Light. И мы в яме, Райс нас поймал, Сулейман нас сюда затащил и говорит: дерись. А мне что делать? А мне, походу, драться, да? Ну, давайте начнем. О, у меня есть очки, давайте начнем вот с этого. Навыки, выживаемость. Так, о, я могу делать же гранаты. Так, ладно. А тут нечего делать, правильно я понимаю? Ой, нет. Что это? Ой, ой. Что, чтобы скрывать свое присутствие от мутантов? Как в боку защемало. Ой. Обыск становится быстрее. Ну, кстати, давайте вот это, да. Так, сейчас как мне пощипало-то в этом самом. Может, вы сюда? Ух ты, как много всего. Ну, возьми, пожалуйста! Ребята, смотрите, какой классный. Какой классный. Он умер? Походу, да. Ай, у меня нет жизни. У меня нету жизни. Все, тихо. И правда быстрее стало. Блин, какой-то опять вонючий. Да кто это? А что у меня есть? У меня есть взрывы. Ой, ой. У меня есть аптечки даже. У меня есть вот это. Ну зачем она мне? А что мне? Мне нужно просто с ними драться? Зачем? Можно мне объяснение найти? Давайте посмотрим, что тут. Инвентарь. 20, 34, 24. Значит, молоток нужен. Да молоток возьми. Утереть в бою. Ну, я могу так долго выживать-то так-то. Ну, так-то я смогу уже много... А если я вот сюда вообще заберусь? Хорошо. Хорошо. О, алкоголь. Хорошо. Но с тобой тогда подерусь. А ты умер уже. Хорошо. Кто меня там? О, я могу починить. Чё встаёшь? Ну не вставай! Отдохни. Ты уже устала. Так. Еще ребята идут. Ну чё, пойдешь? Чё стоишь-то? А вроде хорошо пошло. Ну так. Ловиться какая-то. Че еще? Где еще ребята? Упал-то. Давай сюда.
Ой, хорошо как. Блин, ну вот давай. Почему ты в такую-то другую сторону бьешь? Ой. Кому? По кому я кидаюсь-то? Ну, естественно. А ты откуда пришла-то, мадемуазель? Почему ты такая вонючая? Я не понимаю, откуда вы появляетесь? Вокруг меня никого не было 3 минуты назад. Ты без головы поднимаешься, что ли? О, сила, давайте прокачаем. Навыка силы. Так, это удар о землю, это пинок, это мельница. Ну, давайте мельницу. Вот мельница. Как делать ее? Пройди нескольких слогов, чтобы использовать, сдерживать и отпустить ЛКМ. А, двуручная. Господи. Марля. Ой, я могу сделать аптечку. А, чертежи. Аптечку одну. Ну, хотя бы одну. Сколько всего тут лежит? Взрыв пакеты. Инвентарь. Давайте что-нибудь сломаем. Гвозди. О, металлические детали. Я буду только этим драться, пока он может это делать. 57. Ну, кстати, вот это можно положить. 57, это даже больше. Это разобрать. Половица хорошая. Соберем, соберем. Вон тут алкоголь, алкоголь. А эти? Как их называют? Скажите мне. Где... Марли, где Марли-то? Марли мне нужна, Марли. Хорошо. Я уверена, что после этих ребят они еще мне дадут. Кого-нибудь. Ну, типа, они позовут каких-нибудь ребят. Типа, ну, выпустят. Наверняка есть двери где-то, через которые они могут впускать еще. Ну ты идешь. Давай, может, сюда? Или ты, это будет далеко. А, всюду расскажут о твоих подвигах. Знаешь, что ты тогда уже будешь трупом. Я же говорю, сейчас кто-нибудь выйдет. Какая-нибудь мразь. Это твоя первая жалкая попытка справить свою судьбу. Клянусь, Крейн, слишком слабо и поздно. Impressive. Замечательно. Для ходячего мертвеца. Подберите мачете. Сейчас. 19. Да сквозь с гвоздями тоже печальное все. Ну, понятно. Он аж разрисован чем-то. Кто там? Разрушитель какой-то. А можно? А можно мне вот сюда? Раз. А ему посрать! Ему посрать! Боже мой, он еще кидается, чем? Помогите. А, ну... Ой! А где я? Покажите мне, меня не надо.
Да блин, серьезно, тебе наплевать? Это жесть. Ой, а что тут пацан делает? А вы это что делаете? Это нечестно! Это нечестно! Это нечестно! Меня бьют со всех сторон! Да не нечестно! Опа. Все, побежали. Это абсолютно нечестно. Вон у меня есть взрыв-пакет. Охренеть, ты толкаешься, друг. А у меня нет аптечек больше. Что делать в этой ситуации? А все, все сдохли, что ли? Блин. Просто на него, да? Мало здоровья. Да. Тут ничего нет. О, есть марли. Это марли? Я могу сделать одну аптечку. Пацан? Ну ты не горишь? Или ты обходишь? А как? А как, кстати, взять вот эту? Может быть, можно как-то... Как-то взять вот эту? Блин, опять ребята побежали. Да я же отошла! Надо убежать от него. Ой. У него так мало хпшки уже. Ой, там кто-то помер, что ли? Боже мой, где он? Ой, господи! Как же ты страшно это делаешь. Так. Это только какие-то арматурины. Мне нужна марля. Пацан, у тебя нет марли? По-братски. Я, он за мной бежит, за мной бежит. Взрыв пакеты. Никому не нужны метательный нож. Блин, ну где хоть что-то? Половица. У меня просто 35 хп. Блин, ну если бы. Ну, типа, если у меня было бы побольше, я бы могла его победить. Но мне кажется, что это невозможно. Че ты идешь со мной? Что тебе нужно? Друг, что тебе нужно? Что ты от меня хочешь? Объясни. Так, отлично. Ой, я победила его. Вы заражены. Подожди, я не заражена. Так. У вас будут приступы, хорошо.
Это служил замечательным развлечением для моих людей. Жаль, что это шоу на один раз. Это лишь отложит неизбежное, но сделай, что можешь. А можно мне аптечку скинуть? Никто не скажет, что я тебе ничего не дал, Крейн. Аптечку дай. А, у меня одна есть. Возьмите, уцелейте, возьмите кого? Огнетушитель? Я больше не удивляюсь своим навыкам, Крейн. МГМ хорошо тренирует своих людей. Опустить платформу. Drop the weapon. Брось оружие. Chaos. Хаос, Крейн. Хаос. Вот истинный порядок вещей. Предполагать иное чистое безумие. Позволь показать тебе. Что такое безумие? Басам, ты меня слышишь? Громко и четко. Опубликуй файл. Отправляю, сэр. И... Есть. Отправлен. Ты чёрт, псих, ты приговорил тысячи невинных людей. Вот что значит твой долбанный хаос. Ты не знаешь, что в файле, правда, Крейн? Ты только подтверждаешь мои мысли. ВГМ хотел сделать вирус оружием, а не уничтожить. Для них важна только прибыль, а не люди. Ты следовал их правилам и законам и стал дрессированной обезьянкой. Жалкое зрелище. Pathetic. All right. Ну все, убейте его. Kill him. Мы превращаемся в зверя. Вау! 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 Бам! 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 Не попал! 12 тысяч раз ударил, 2 попал. Жесть, а можно всегда? Вот можно вот так всегда? А, док, давай, надо выбираться. Крейн, спаси этих людей. Они этого не заслужили. Блин, почему в заставках он так изумительно дерется, а здесь ни о чем? Вот и как здесь оказался? А, Райс, Крейн, а, он и Ву, он и Мо. О боже мой, что случилось? Чего вы ждете, уроды? Стреляйте! Прощайте, док. Выберитесь из области. Хорошо. Беги. Естественно. Куда бежать-то дальше? А, мне нужно было прыгнуть наверх. Черт, чуть не влип. Почему чуть? Черт. Да как они за мной стреляют? Ну беги, пожалуйста! Я не понимаю, почему ты останавливаешься? Да боже мой. Бам. Беги, пожалуйста. А, вот серьезно, ты сюда что ли обратно прибежал? Офигеть.
Я не туда, да? Мне нужно наверх. А. Ой, боже. I found a way out of the arena. Now I gotta haul ass back to Brecken. Not again. Бегите в башню. Что делать, если он не может бежать? Есть еще вариант. Он не может бежать, я не понимаю. Я нажала на какую-то кнопку. Ты хочешь, чтобы я 200 метров шла пешком? Ну, shift не работает. Это я? Мне это надо было. Только не сейчас. Опять начинается. Что-то такое он сказал. Ну, при условии, что он еле идет, я думаю, что-то нам не будут попасть. Я надеялась. Он не может бежать, не работает shift. Или они меня сейчас не будут трогать, потому что они думают, что я свой. Oh, shit. No. Not now. Но я не могу идти, у меня проблема. Он не может даже запрыгнуть. Ну серьезно. Он тут сможет хотя бы перекантоваться. Ну не работает, no, шифки. Зера. Зера. Наконец-то, господи. Черт. Дрей, ты в порядке? Oh, где я? Я пришлось спрятать тебя на причале. Люди Райс охотятся на тебя. Не знаю, что там сделал, но они явно взбесились. Да неужели? Надо поговорить с Джейд. Зера передала ей все данные. Она передала их Камендену. Пыталась передать. Каменден сообщил на аппарате, что головорез Райса нашли его лабораторию. Он забаррикадировался внутри. Сидит и не может выйти. Потом связь оборвалась, и больше мы не могли с ним связаться. Я иду за ней. Как она пробиралась? Та часть города закрыта. Есть такие спасители, контрабандисты, которые приправляют людей. Их штаб в баре Ника в котловине у эстакады. Связного зовут Сэм. А у вас есть ли, чтобы сброшенный груз? Последний груз сбросили 36 часов назад. Больше грузов не будет, у нас мало времени, Крейн. Shit. Черт, я понял. Right. Не знаю, получится у меня или нет, но я постараюсь. Да ничего не получится. Знаешь, в такой ситуации большинство людей просто забилось бы в нору. Честь тебе и хвала, и удачи. Эй, Крейн, вот твое снаряжение, держи. Тебе привет от Карима. Благодаря... Поблагодари его за меня. Как взять все? А вот взять все предметы не из рюкзака. Что? Так, это в жопу 105. Ну, оставим 155, 19 в жопу. 202, 207, 209. А, ну это большие. Блин, ну не нужны они мне, наверное. Ну ладно, давайте тогда одну оставим. А, тайник. Так, во-первых, вот это. А, вот это. Вот это. Да.
вот этот, свободной ячейки нет. Так, итого. Что за ракеты? А, это... А у меня есть УФ-фонарь. Щитом поменяйте, пожалуйста. Спасибо. Так, это мы должны оставить. Вот тяжелая булава. А, и вот этот. Нет, надо вот тогда вот так сделать. Мачете 105, а тут сколько? 102. 105 и 102. 105. Блин, ну вот эти никак не взять с собой. Ну хотя, если вот эти надо взять с собой. Сейчас, сколько там этот топорик весит? 94. Давайте хотя бы 70 вот эти возьмем. Чё-то не все-то. На, S все. Угу. Все, и вот так мы останемся, правильно? Да. Что у меня вот так? Что мне нужно найти людей, которые смогут отвезти вас в сектор 0? Так, погоди, чел Спайк. Хорошо. Так. А, у меня, кстати, есть что по чертежам, по аптечкам? Аптечки две. А гранаты, кстати, у меня есть гранаты. Натуральная аптечка ракеты. Коктейль Молотова. Вот это, мне кажется, нет, нет, ну, конечно. И граната. Хорошо, давай тогда... О, всего два. Бросить. Да. Что сделать-то лучше, гранату или коктейль Молотова? Если будете приносить погибли, брось мне чуть-чуть, потом прогвоздь в крышку гроба. Химикаты, жестянка. Так, сюда не нужны. И сюда... О, сюда нужна бечевка. Так, самоосколочные, ядовитые. Домашние припасы, химикаты. Сюда хорошо, что нету этого. Ладно, давайте вначале... Вот как посмотреть, какие будут больше? Хорошо. Их там несколько, получается, должно быть. Или две. Инвентарь. А, шесть. Все, отлично. Вот у меня будет тогда это. И давай, что тут с тобой? Продать все ценности. Купить нечего. Кроме как, может быть, марли. Стрелы, патроны. Денег нету. Где все мои деньги? Почему они так вдруг резко пропали? Это странно. Это очень странно. О, пистолет. метров. Обалдеть, что здесь так много этих ребят? Страшно. Пожалуйста, запрыгни! Я все еще удивлена, как я выжила на арене и смогла оттуда сбежать. Для меня... Я реально думала, ну что, все, конец. Вот мы и приехали, вот мы и пришли, вот мы и... Крейн, есть еще одно, друг. Помнишь девушку из Сектора 0? Ее зовут Трой. Мы с ней говорили, когда я восстановила радиосвязь. Свяжись с ней, когда доберешься до места. Хорошо, спасибо, Брейкин. Береги себя. Беги, пожалуйста, спасибо. О, у меня 30 аптечек. Шикарно. За мной бегут два придурка. А это сейчас устанет.
всегда меня бесит, что они пригибаются. Отлично, минус голова. Все, бежим дальше. Search every corner. Everything's going on. Кого-то. Fuck. We've got... Господи. Ой. Ты хочешь прыгнуть вниз и расшибиться? Давайте, может быть, как-нибудь вот хотя бы на камушке. Так, хотя бы на камушке. Так. Опа. Чемодан. Хорошо. Сколько он? 70? Не, это уже не интересно. У меня так много... Ну, блин. Как спуститься-то? О! Попало? Иди в жопу. Не понимаю, что мне нужно сделать? Мне нужно залезть выше. А он не хочет! Ну что мне сделать-то с этим? Ну залезь. Спасибо. Алло, чего тебе надо? Я ищу спасителей. Не знаю, о чем ты. Я Брекен из башни. Да, меня не парит, откуда ты? Вали отсюда, пока я еще мирный. Слушай, я знаю, что вы помогаете людям выбраться из трущоб. Тут недавно прошла одна девушка Джейн. Не пошел бы ты к черту. Послушай, я из Рэйчел Райса, теперь вся его свора пытается меня достать. Я бы не отказался от помощи. Ты? Что это ты отрубил руку Райсу? И мне нужно попасть в сектор 0. Как тебя звать? Крейн. А знаешь, Крейн, боюсь тебя огорчить, но твой поход в сектор 0 вряд ли спасет тебя от Райса, но... Жди здесь. Тут пришел один парень, говорит, это он отрубил руку Райсу. Крейн, да, он так сказал. Yeah, что? Правда? Точно. Ладно. Я понял. Окей. Right. Come here. Заходи. Окей. Ладно, мы тебя переправим. Right, when? Тогда. Right now. Прямо сейчас. What about payment? А что насчет оплаты? То, что ты сделал с Райсом, считаешь, что ты расплатился с лихвой. Иди в обвалившийся туннель, который ведет в старый город. Постучи в дверь, что ведет в канализацию. Там тебя встретят и все скажут. Will do. Thanks. Спасибо. Nah, man. Да не за что. Тебе спасибо. Так. Бежим, 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 бежим. Бежим с тобой. Нет, ну пожалуйста, 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 беги. Нет. What the fuck? One of the buildings... Ну я проскочу мимо вас тут быстренько, ладно? Okay.
там тут много вон зеленых зон, так сказать. Что у тебя тут случилось? Нет, иди в жопу, пацан, иди в жопу. Так, как надо пройти, объясните мне. Ага, то есть мне нужно наверх. Ну, типа... Опа. Навыки ловкость. Так, что это такое? Использовать метательное оружие или фонарь, когда оглядываясь во все... Это бред какой-то. Вдвое уменьшается урон от падения, поднимется по-прежнему с... Это самое. Глушите врагов, которых вы перепрыгнули. Ударяясь во время скольжения, может сломать ноги. Используйте У во время скольжения. Используйте движение атакующих врагов, чтобы бросить их. Когда враг нападает, нажмите Alt и выберите направление. Заверву в ногу ударом. Ну. Блин, да тут все какой-то идиотизм. А мне нужно туда? Как будто да. Хотя, ну, типа, туннель вот так идет, а мне нужно. Вот это как туннель выглядит. А, ну он здесь заканчивается. Наверное. Все, хорошо, хотя бы тут перешли. Хотя бы тут перешли. Отстаньте от меня, ради всего святого, я прошу вас. Отлепитесь от меня, не надо за мной ходить. Так, как-то нужно подняться наверх. Ты тут сможешь? Не карабкаешься? Так. Вот цветочек. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, спасибо, друг. Подожди, а мне нужно... Отлично. Туннели — это всегда страшно. Туннели — это страшно. Крейн? Крейн? Yeah, that's me. Да, это я. Good to meet you. Рад познакомиться. Я Хасан. Я буду твоим проводником. Спасибо. So did you take Jade through Джей too? Тоже Ooh. Ты проводил? Кого? She's from here. Да, она здешняя, темные волосы, симпатичная, упрямая, страшное дело. Maybe. Может don't быть, know. Не знаю, мы не We всегда спрашиваем имена. Мне кажется, это засада какая-то. Какая-то засада, прямо чувствую, вот прям внутри какая-то вот засадная. Сейчас он меня к Райсу приведет, правильно я понимаю? Нет? Какой-то он подозрительный хрен. Реально, вот как-то попахивает какой-то. Ну иди давай. Чем-то попахивает. Хоть мы и в канализации. Но чем-то тут попахивает. Мы так будем до конца идти или что? Я не понять не могу. Ну тут дети есть. Look there, it's Пап, смотри, это мистер Крейн. О боже, это ты? Well, well. Надо же, Джейсон Мир. Дауд, мы должны поговорить о твоей ситуации. Судить твое положение. Прости насчет фокуса с куклой, я не мог позволить тебе сесть мне на хвост. Эти ребята очень серьезно относятся к формальностям. This isn't fair а что насчет Салмы? Салмы я расстался. Не в этом дело. So, а в чем? Ты что-то конкретно имеешь в виду? Не забывай, у меня пушка. You know. У меня две. Крейн, у нас есть правила. Жизнь дела нас не совать. Если ты не следуешь правилам, далеко не уедешь.
No problem. Без проблем. Okay. Ладно, отсюда пойдешь один. Путь размечен стрелками. Будем держать связь по рации. Было приятно с тобой познакомиться. Не думаю. И что, я реально пойду сама? А куда идти? We need to do проводим всех по одному. Этот парень будет первым. Но он только пришел, а мы ждем уже не один час. Правила установлены не я. Жди. Извини. Чего я прыгаю? А, может, мне наверх? Так, ладно, стрелочки. Надо идти по стрелочкам. Тут нет стрелочек. А тут как будто тупик. Извините. А что делать-то? Ну я поняла, что мне нужно что-то как-то забраться. А можно экран мне включить нормальный? А, ты хочешь, чтобы я по вот этим, что ли, лезла? А как это сделает ребенок? Ты можешь подняться, нет? Ну, в чем проблема твоя? Ладно. В чем проблема твоя, блядь? Он не умеет зацепляться, я понять не могу. У него руки все, у него вот после вот этой хрени все, руки не работают. Вниз допусти! Нахуя ты спрыгиваешь, блядь? Урод, ты коротконогий, блядь! Ты серьезно? И ты только пошел! Нет, ну он же полз по вот этой! Ну почему не ползти-то там, внизу? Ну ты же вот держишься за нее! Зачем? Надо быть таким просто каким-то огуском! Ну сейчас он не сможет зацепить. Ну зачем? Вот сюда можешь вниз? Вот, пожалуйста, спасибо. Ты уверен, что ребенок сможет здесь так перепрыгнуть? Я просто не могу понять. Вы уверены, что я туда хочу? А где я, кстати, по... Понятно. Куда дальше-то идти? Куда дальше? Стрелка есть? Мы стараемся решать путь, но там могут быть мутанты, хотя для тебя это вряд ли будет проблемой. Ну, не хотелось бы, на самом деле. Прям очень не хотелось бы.
Офигеть. Да. Я не понимаю, ну ты реальный ошмёток, что ли? Красненький. Так, куда да? О боже, ты хочешь сказать, что мне нужно отвинтить какой-то вентиль? Он хочет, чтобы я отвинтила этот вентиль, да? Ну ладно, тут остался один чел. У меня есть граната есть. Подожди, давай попробуем. Где она? Почему она у меня не в кармане? Вот. Вместо вот этих. Ну, давай я даже подальше отойду вот туда. Насрать, да, я правильно понимаю? Вдыхаем. Чел умер! Значит, все-таки не все так плохо. Ты меня не видел все это время или что? Зато чел умер, мне не пришлось его убивать. Ой, Марля, спасибо. Марля, это хорошо. Как они сюда пришли, мне интересно. Как ребята сюда пришли, вот эти? Я не понимаю. Давайте, мне нужно выйти уже в город. Уже время поджимает. Боже. Блин, ну что это? Да ну конечно же. Да у меня за это самое. Да ну дайте мне отдохнуть-то, боже мой! Да ты достал меня, честное слово, уже умри! Наконец-то. Так. Давайте смотреть, что у нас тут. Ну, естественно, у нас тут сломанная штучка. Можно было так сразу, конечно. Сколько? 116. Так, это у меня что сейчас у меня в руках? Так, хорошо, давайте это разбирать. Пофигу.
журнал какой-то. Это еда? Нет, это не еда. О, господи, еще что-то лежит. Трудно. Хорошо. Все четыре, даже брать не буду. Вы хотите, чтобы я здесь покопалась? Марли, это хорошо. Марли, это я возьму. Так, это запомню. Так, куда дальше-то идти? Наверх? Ага. А, я могла туда не идти. Шикарно. Ладно. Не сюда. Не туда. Ладно, он тремя ударами убивается. Так, и чё? Вон туда, наверх. Так. Ползли. Так, куда дальше? Сюда? Ну, конечно. Он придурок. Он почему-то прыгает назад. Он почему-то прыгает назад и не может по этому поводу захватиться. Спасибо. Так, стрелка туда. Ну, ребенок здесь точно не пройдет. Вы серьезно? Я боюсь, что это так не делается. Ой. Эй, дружище, извини. Это вопрос выживания. Райс крепко взял меня за яйца. Что? Эй, что ты сделал? То, что я должен был. Что скажешь? Мир — это суровое место. Подожди, Хасан, это кто? Я, честно, не помню. What's wrong with you? А, по идее, тут игра должна была закончиться. Потому что, ну, как бы, вы понимаете, почему. Меня убили, все. Ну, как бы, здесь нечего больше выискивать-то. Он не может стрелять. А, вы видите? Нет, вы видите, что происходит? Мне кажется, что здесь... должна быть реально обычная концовка игры. Все, это обычная концовка игры, когда ты, дурачок, попался под вот эту всю хуйню. Вместо того, чтобы 13 раз... Вот, блядь, куда мне нужно? Вот туда? Все, в пизду эту всю хуйню. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, нажимай на колокольчик, там все уведомления. Спасибо, что остаешься на моем канале, смотришь мои видосы. А мы, я даже не знаю, блядь, встретимся мы в следующей серии или нет. Короче, наверняка я остыну и пройду это, но... Ну, вот честно, вот здесь реально надо было сделать конец. Если ты умер, все, ты умер, блядь. Все, конец игры. Тебя покрывают, тебя сдал твой чел. И покрывают тебя просто неумолимым... блядь, ну подумай, сука! Пока.